Серьезная авария произошла на перекрестке в районе Баляева. В столкновении пострадали два автомобиля. Одному из водителей понадобилась помощь врачей скорой. Автомобильная развязка на Баляева. Ежеминутно здесь проезжают сотни автомобилей, а любое даже незначительное происшествие может вызвать транспортный коллапс. Как рассказали очевидцы, в вечерний час пик на перекрестке неожиданно погас светофор. Как результат, сразу же возник затор с нескольких направлений. А некоторые водители словно забыли правила дорожного движения. Результатом стечения всех факторов стала авария на перекрестке. Автомобиль Toyota Prius двигался в потоке других машин со стороны Руневского моста. В этот момент в сторону Стрелочной поворачивал Toyota Noah. Да, я ехал, передо мной машина проскочила, а светофор не горел, оказывается. А я, короче, ехал, мужик, то есть одна машина стояла, ждала, ну, мужик, получается, выезжал, я его что-то не увидел. Он выехал, я по тормозам не успел, и ну, вроде скорость небольшая была. Ударил его, и он сразу полетел. В результате столкновения микроавтобус тут же перевернулся. К месту происшествия подбежали очевидцы. Они помогли пострадавшему водителю покинуть салон машины. Просто он когда упал, там дедушка один был, мы испугались, он в возрасте уже. Мальчики тут ехали, его взяли вот так впятером и подняли микроавтобус. Ну, чтобы дедушку вытащить. Вот. А я ему скорую вызвала, чтобы ему, ну, сердце, я боюсь, он же в возрасте, вдруг плохо станет. Вот. И ГАИ вызвали. Сейчас ГАИ приедет, уже будут разбираться. Приехавшие к месту дорожно-транспортного происшествия врачи скорой оказали первую помощь пострадавшему. По предварительной информации, его жизни ничего не угрожает.